Всем привет! Это новая рубрика «Локации моего города». И сегодня я пойду на локацию, которую я называю Мирка. Потому что она находится на улице Мирная. Я покажу свою старую базу, которую разрушили. Ну и много интересных, тут много чего есть, короче, интересного. И расскажу истории про так называемые поленья и вообще много какие истории. Если здесь есть люди, которые с моего старого канала, на котором 129 подписчиков сейчас, но там нет видео никаких, ну только одно, но я не буду палить его название, то они, ну если есть люди, которые с того канала, они узнают эту локацию, скорее всего. Там какая-то фигня, я уже вижу. Еще болото где-то должно быть, да? Ссылку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь. Так, ну и где? А там болото. Да, там болото. А мы куда идем? Я здесь давно не был вообще. Здесь, вот именно здесь, не был, наверное, месяцев 5. Но... Поэтому я позабыл тут много чего. Здесь еще, кстати, где-то должна быть краска валяться. Если ее, конечно, не убрали. Помню, мы с Барсиком шли, мы ее перевернули. Тут должна была быть, короче, стройка. Вот здесь свалка. Это свалка тут раньше была, я так понял. Половину закопали. Здесь должна была быть стройка. И там еще дальше, но... Не построили. Да, вот опять же, обанкротились, я так понял. И даже ничего не начинали строить. Только территорию купили. Тут и поставили забор, да, и все, больше ничего. Да. Ну только территория вот эта вот куплена. Ладно, когда придем, я уже подключусь. Вот мы уже пришли на базу данного человека. Тут яма. Ой. Но я смотрел видос, там где еще не было снега. А, я на обложке твоего видео вот эта фигня видна. Если честно, она палевная. Вот здесь вот болото, там еще болото. Если заросло. Ну и место довольно здесь людное, так скажем. Там еще какой-то проход. Пошли тут пройдемся. Тут вот опять же кирпичи. Видимо, со стройки сюда хлам всякий свозили. Да. Точняк, со стройки свозили сюда хлам весь. Там дальше мы выйдем обратно. Вот здесь вот пруд. Ой, вернее, болото. Там катушка большая. Ладно, мы пойдем дальше, вон туда. Видите, там где забор. Сори, я просто ем шоколадку. Вот здесь вот такая... Первое такое местечко. И тут холмики такие небольшие. Вон, с камнями. Только далеко не уходим, мы другим путем пойдем. Вот. Было бы сейчас бы не зима, было бы здесь намного удобнее ходить. В общем, мы уже подходим к ямам, так называемым. По сути, есть ямы. А то всегда снега было много. А если снега немного, то травы много. Кстати, тут... Можно всегда разжечь костер, потому что здесь, видишь, вот это вот. Я потом, когда мы придем на базу бывшую, расскажу вот про вот эти вот поленья, историю. Ну, истории даже, много историй. Вот. С этой локацией.
Расскажу, как мы ее открыли. Ну, здесь была еще база друзей моих. Плохой. Планета плохой. Мы хотели землянку сделать, там чуть подальше еще. Или чуть поближе. Да. Где-то тут еще такая же яма. Хотели мне сделать землянку, но дело не дошло. Потому что, короче, тут от забора кусок оторвался. Вот. И мы хотели накрыть на землю, и получилось бы землянка. Но что-то так и не дошло до рук. Поэтому мы так и не сделали. Господи. Лабиринты здесь, конечно, еще те. Давно здесь не был. Слов совсем. Давно. О, здесь уже хотя бы небольшая тропинка. Видно, что люди иногда ходят. О, вон уже виднеется наша старая база. Вон, видишь, там яма. Это раньше был вообще прудик. Вот. Ну и сейчас там тоже вода есть. Хотя нет, сейчас там даже сейчас воды нет. Тут, кстати, бродит один пес, но он добрый. Мы его, помню, сухариками дешевыми кормили. Вот наша старая база. Я, пожалуй, ставлю сюда. О, вот, кстати, лестница обгоревшая. А? Это плитки. Здесь был мостик. От него вообще ничего не осталось. Поддоны. Здесь была еще тележка. От нее тоже ничего не осталось, потому что ее кто-то украл. Вон диванчик. А здесь был у нас домик. Ладно, давай присядем. Здесь сейчас, хотя нет, или да. Я сейчас расскажу историю. Вот сейчас я сюда вставлю, наверное, вставку из своего старого видео. В общем, ну это с моего другого канала старого. Рассказываю историю про эту базу. Мы как-то ходили полтора, наверное, года назад. Даже год, наверное, 4 месяца назад. Гулял я с одним другом своим, и мы встретили еще двоих наших друзей. Вот, но мы с ними, короче, поругались, потому что мы нашли большую плюшевую игрушку. Вот, мы ее начали хреначить, а они не хотели ее хреначить. Мы, короче, из-за этой плюшевой игрушки ругались, и мы потащили эту... Ну, они... Мы, короче, разосрались, и мы потащили эту плюшевую игрушку сюда, к этой яме. Мы ее здесь расфигачили, она даже где-то здесь до сих пор валяется. Вот. А потом как-то сюда начали все чаще ходить. И начали делать здесь базу. С Барсиком ходил сюда, с Семеном. Вот здесь у нас был такой домик. Вот здесь была крыша из штуки от забора вот вон того. И здесь был диванчик, поддончик. Вот здесь у нас, вот тут даже видишь, осталось от забора. Мы с землей, то есть здесь трава выросла. Мы из земли ко мне сделали забор вот здесь. Здесь мы ели, вот на этом пеньке сидели. Вот. Но потом, короче, тот друг, с которым мы хреначили игрушку, ну, мангал тут еще стоял, мы костер жгли, вот, пикники здесь устраивали. Расхреначил эту базу, но мы тоже поссорились, вот, и мы с ним перестали дружить, вот. Но мы уже помирились, короче. Но все равно мы ему что-то не доверяем сильно, ну вот. Мы потом с Барсиком начали сюда ходить часто. И тут у нас была до сих пор база, только мы здесь ничего не делали. У нас просто вот, мы зимой здесь ходили, летом мы вообще сюда не ходили. Вот здесь была вода, вот примерно, не знаю, ну, короче, глубоко. Вот здесь было затоплено, и еще яма была глубже. И здесь валялась тележка, мы ее перевернутая из глобуса, из магазина. Мы, короче, когда лед был, мы на нее вот эти вот траву, очень много травы клали и поджигали. А сверху всякие доски бросали. И так мы, наверное, часами тут сидели и жгли костер. Помню одну историю, а? Ну ладно.
Напомню историю, короче, как Барсик встал на эту фигню, на тележку, и сказал: бросай меня маленьким ледом. Я в него бросал, а он, короче, неудачно увернулся и прямо в воду плюхнулся. Вот, и пошел потом домой. Ну, короче, а потом как-то мы вообще забили на эту базу. И перестали сюда ходить. И вот я здесь уже месяца... Ну, давно не был, короче. Последний раз я был, наверное, здесь. Это был Новый год. Мне выпали... Короче, у меня были бенгальские огни, и мы пошли сюда жечь костер и поджигать бенгальские огни. И вот последний раз это было примерно, да, почти в Новый год. То есть, да, это было почти год назад, где я последний раз здесь был. Ладно, мы еще сходим в одно место, еще в такую похожую локацию, и пойдем в еще одну локацию. Всем привет, короче, смотрите, мы нашли вот эту штуку, вот как раз таки вот эту вот хрень, мы делали крышу, это именно она, и мы, та, с которой мы делали крышу. Тут еще раньше тоже был пригорок, но, короче, комбайном прошли, все расхреначили, и вот эта штука, с которой мы делали крышу, офигенно. Ладно, пошли дальше. И, кстати, смотрите, в чем я на меня. Вот так. Теперь вы не увидите мое лицо. А то раньше я постоянно его палил. Теперь не буду палить. Ну и там, и когда я его палил, там было качество не очень. Ну и еще был один момент, но там тоже меня нельзя хорошо разглядеть. Сейчас пойдем еще на одну локацию. Ну, не локацию, а объект. Здесь уже тропинка более-менее. Тут, кстати, после того, как сломали нашу базу, у нас была еще одна база. Но она была какая-то жуткая. Вот. Но мы ее, короче, тоже забросили. Потом ее вообще комбайном снесли. Ну, я говорю, здесь проехался. О, сейчас там... Здесь, по идее, должна была быть стройка. Видите, здесь только в некоторых местах фундамент немного поставили, и все. Вот, кстати, этот фундамент. На нем можно паркурить, но летом. Здесь ямка такая, фундамент. Тупо хотели построить большой дом, а поставили только 5 столбов и все. Нет, там еще столбы. Пошли, я покажу старую нашу базу. Вторую. Вот тут вы проходили, получается. Вот так вот. Да, и вот здесь вот была, короче, наша база еще одна. Но, как видите, тут все пронести комбайном. Теперь тут просто куча поленьев. Может быть, как-нибудь придем с Барсиком сюда. Пожгем поленья. Ну, вряд ли. Надо, пошли еще к столбам. Только там уже столбы и лед. Ну, это, наверное, одна из самых старых локаций после маяка. Маяку, вообще, мы его открыли, маяк. Года 2 назад. Но здесь довольно интересная локация. Можно походить. Я, кстати, вижу, как я себя снимаю в отражении телефона. Вот еще столбы. То есть, получается, тут еще 5. Хотели построить огромный дом, а получилось всего лишь 10 столбов. Тут больше, кстати, не будет ничего интересного. Мы пойдем на следующий объект. Ну, еще столбы и все. Больше здесь ловить нечего. Мы пошли на следующий объект, но не на локацию. На барахолку? На объект. В общем, мы пришли на еще один объект Мирки. Вот, вот такие ямы. И тут тоже присутствует вода. Вот. Здесь, конечно, тоже хорошее местечко.
Ну, мы его не предпочли. Ну, нам было лучше то. О, вот здесь кто-то пытался, я так понял, сделать базу. Вон. Здесь всякие тоже ямы. Вот здесь кто-то пытался сделать базу. Но не вышло. Так, слушай, там что ли работы прекратились? Слушай, точняк. Не знаю, конечно, что хотят здесь строить. Не, вон, видишь, на поле. Там раньше же работы какие-то были. Вон там еще тоже яма. Ладно, сейчас мы пойдем на так называемый объект Мирка 2. В общем, мы пробрались через этот залаз и начинаем путь по Мирке 2. Тут уже видно какую-то, видимо, я не могу понять, чья-то база, что ли. О, слушайте, смотрите, мы уже тут нашли. Это вообще поддонный диван. Короче, ребят, мы здесь уже нашли что-то базу. Вот. И трубу даже, смотри. Там труба. Ой, я ее сломал. Ну ладно. Это даже не труба, а утеплитель для трубы. Эта стройка ее не строит. Ни одного строителя не вижу, поэтому можем здесь спокойно ходить. Поэтому пошли по парадному входу, так сказать. Я, конечно, не знаю, типа, чего здесь охранять, в принципе. Но ведь чего-то здесь охраняют. Ну, вон там, видишь, там ведь дыра была там. А ты оттуда набежала. Ну, тут тоже, в принципе, интересно походить пару раз. Но если вы живете где-нибудь поблизости, то советую сходить, потому что довольно интересно. Ой, еще эти горы из песка. О, да, точняк. Зато нас могут спалить. Если мы туда горы идем. Кстати, смотри, это от первого лица называется. Вы сейчас увидите все реально от первого лица. Вот, кстати, камень. Мы, помню, за ним прятались, когда сюда шли. Да. Пошли, короче, сначала на вон те горы. Там тоже... Слушай, знаешь, надо мне как-нибудь здесь сделать базу. Ну да, есть настройку. Знаешь, я хочу... Давай в этих горах попытаемся как-нибудь сделать базу. Потому что, знаешь, здесь есть такое замечательное место, где-то здесь ямка такая. Но это просто идеальное место для базы. Ой. Ну, здесь такие холмы странные, конечно. А. Куда есть настройку? Да. Ну, это галочка идеальная место. Там... Сейчас мы еще походим, найдем что-нибудь интересное, я включу. Ладно, мы сейчас пойдем к еще одним холмам. Потому что я все-таки хочу где-нибудь здесь попробовать сделать базу. Ну, это, кстати, финальная локация. Ой, вернее, финальный объект из локации Мирка. Мы сейчас пойдем куда-нибудь в другое место.
Нет, здесь фиговое место для вас, да? Ну, вот именно здесь, да. Какая-то гора песка. О, там, кстати, поддон. Пошли туда, пройдемся еще. Вон, смотри, там впереди какие-то ящики. Слушай, да тут столько материалов. Ящики. Знаешь, только вот в эти ящики можно просто залезать, это уже домики маленькие. Да, город Ярославль, 32, 946. Понимаешь, это ящики можно залезать, это уже домики маленькие. Знаете, сталкер день Чернобыля. У меня ножик в рюкзаке, но я его не буду доставать, не лень. Вот так вот. Ой, ладно, пошли обратно. Ладно, всем пока. Видео подошло к концу. Такая вот интересная локация под названием Мирка.